Нахерать. Ну смотри. У меня перекап хита ровно 3 единички. Если поменять тапки, в которых 80 хита, и взять шею, я поставить один механизм. Берешь этот пояс, будет... который ему нахуй никому не нужен, с ЗС. Он вообще никому не нужен. Кроме нас. Ой, если ты нормально хочешь собрать, чтобы тебя метка сипнула, вообще идеально было все. Еще два этих. Но... пояс вообще охуенный, вот серьезно. Даже Фараза, блядь, задумался нахуй. Это при основе какого кольца? С меткостью или... Ну, естественно, конечно, с меткостью. Можно спросить, не, чего ты за проблема с хилами? Типа сейчас из хилов только один, который хочет хилить. Кто их спрашивает вообще, хотят они... Вот, Карин, меня, думаешь, кто-нибудь спрашивает в моем составе, хочу я хилить или нет? Он тоже хотел Фарадея, хотел шею брать. Я говорю, хуйню не неси, бери пояс вот этот и все. Не парься. Ну, на самом деле все зависит от того, через что собираться. То есть, как бы, что мы там все, у меня будет кап. Если тапки хочешь джайн, то лучше так. Если хочешь, есть шапки оставить. Видишь, у меня уже сокет на 36 меткости стоит, поэтому, типа... Фарадея просто его либо перебивать, либо... А я ему рассказал вот этот способ, если пояс взять и вот собраться через кольцо, также с меткостью. У вас меткости будет идеально, никакого сокета не надо будет. У него тоже стоит. Он говорит, и тоже, если я уберу этот камушек на меткости и поставлю себе этот шею с этого, ну, на меткость, которую он хочет, с келья. Дайте я говорю, каску. Нахуй. Пояс одевай, то же самое получается. Занять. Тут либо... Просто тот вопрос, либо кольцо и тапки менять, либо только тапки менять. Ну, то есть у меня это так будет. Тебе да, тебе лишь геморрой немножко. А ему всего лишь поменять этот нахуй. Как его пояс и все. Ему да, мне немножко сложнее вот. Кто-нибудь видел мой скрин с сапротами? Видел? Сапротов? Да, да, да. Че за скрин? Там а у него там подряд 4 прока было на сапрот. На 6, на 5 и там еще на сколько не помню. Да, на 6. Чертило, да. Короче. Короче, я из 4, ну этих, лесов сделал 15 штук. На 6 ни разу не видел прок. Я сам охуел, у меня максимум 3. Смотрю, у меня что-то там 5-6, по-моему. Я на 12 как-то видел. Это на миф вообще похоже. Это я даже не представляю, какой там низкий шанс на. Да, там вообще надо низкий пить. Снимать что-то фото, мне нужно будет брелок на сапоты перекинуть. Брелогай сейчас. Типа я потратил бой косарь. Месяц. А, нет, даже не косарь, 800 голды, по-моему, я потратил, а поимел, блядь, 2,5. А что тебе мешает брелогнуть в бою? Без мира так, Белка, я, кажется, знаю, у кого надо сопрот. Alt F4 нажми. Это будет дольше. Все, крайний чек и погнали ГП. Сколько науки там стоит, не знаю. ХЗ, не смотрел сегодня. По 210 вроде. Нихуя себе. Ну я тоже выставлял. Это непонятно что-то. Они типа то нормальная цена там под 150, то под 200 я становится. Под 150 нету уже сколько. Нет, недельку точно нету. Ставят вообще по 280. По 250 выставляют, когда огнелист по 800 стак стоит. А кто вообще реги покупает? Вообще невыгодно. Как бы не знаю, я купил и откупился в 4 раза. Это, 3. Блядь, раз на раз не приходит. Ну, не спорю. Всем привет, опоздал, сейчас захожу. Если нужно. Как тот, как говорится, как никто не рискует, тот... Не пьется кого-то? Не пьет сапроты, да. Например, не палец, сапротов ебать, насколько хватит. Дартпал говорит,
когда эти метасоки-то только появились за воронки, там помнишь, нереально какие-то цены на воронки были. Вот у него, короче, знакомый кинул на прок, у него прокнуло на 3 раза. И каждый метасокет он по 100к пробовал практически. Неплохо, да, так на ровном месте там под... Там тоже, мне кажется, 50. Мизерный шанс, пиздец. Я вот, знаешь, я типа 4 метасокета уже себе делал в сумме. У меня что-то, я не припомню, чтобы он не вообще... Да, у меня X1 был прок, из 6, наверное, как. Кому плюсовать? Старому. Старому или... А чё, япончик, тебе оси... А я уже не... отдал лидера. Ну, Киш, ну по 170 могу, в принципе, да. По-гильдейски. Давай. Я не против. Я потому что каждый раз себе по стаку покупаю, потом у меня начинается. Этому у нас твина, этому, тому и так далее. Чё, кто ставки ставит, что Фрэнсис ливнет, я ему сейчас еще ГП въебу за АФК. Он в дискорде вообще? Я сейчас без одного кукуна в другую попадаю. Куда хоть рейд-то? Целка. А чё? ЗС, ОКО, чё, херня? Чё за чё? Набирается народ. Кикнул, списал бы за приход, дал 250, всё. Там делается. Это не по 100, а постоянно. Ну, кстати, да, вариант. Можно так, кстати, сделать. Сейчас мы этот трэш дочистим, если его не будет, я его кикну. Еще 150 сверху и поясню. Бежал как мог, думал, успею в пробке. Как они заколебали. На челике на этом, блядь, на Максиридоне вайп. Вот это вот заебание. Страдай, Гена. Первый раз на от трэша слиться, второй раз, блядь, кубы какие-то долбоёбы прожали. Короче, походу подняли. Ну, это типа, да, это новый танк на трэш хватит. Там если теперь диспелишь, там походу ваншота. Это нестабильное колдовство. А, да, шотает. Я видел баг-репорты, они говорили, что поправят, но как-то чуть на этом все. Сегодня подохуел, когда решил заспалить. Там кто-то из аликов, то ли со сгардов, то ли с белой стаи, писали баг-репорт, ну типа этот баг-репорт, со скрином сколько там при... Ну 46 тысяч всего лишь. Ну, блин, для кастера в обычке 46 тысяч. Там вообще в описании не должно столько урона наносить. Не, ну по идее его лучше не диспелить, там же сайленс и урон. Да, старый, ты мне знаешь сейчас кого напоминаешь? Я, короче, ходил на позапрошлой неделе в Грилл Магик. Там, короче, РЛ каждые 2 минуты, наверное, этот проверку делал. Одного моба убьем, он проверку кидает. Я думал, блин, вот заколебал. Так это я и был. Да стопудово. Гена, ты идешь? С белогом. Да. 5 минут, наверное. Ну, блин, можете бить, так. Угу. Вы не трилог. Мне ничего не нужно.
А меня что вы в рейд-то присмотрите? Я пока не могу. Я вообще думал, народ не соберется, потому что там за 15 минут до РД был человек 15 в войне. Думаю, ну, окей, пойдет на игру в магию. Ген, я за 20 минут до начала РТ посмотрел, сколько в гильдии человек, было 7 человек. Я, честно говоря, тоже был такого же мнения. И типа я такой, ну окей, там, пойду грунт магию, да, в ХС поиграю. Тут набежали прям вообще. Дайте каску. Старый ДД, медведь. Да. Кстати, Ген, на Локе чё по усилкам у тебя? 207. Понимаю. 200, на 3 накапал. Гранд, Никитос, Женёк. Ну всё, давайте потом. Никитос. Женёк. Бафы там, касочку, все дела, пожалуйста. Всё, на позиции. Женёк готов, каски раздайте. Ну, касочки было бы неплохо. Все взяли квест на великана? Блядь. Ладно, я потом бегу возьму. Потом. А потом, Гранд, когда вы увидите, Войду встань. Что, новый танк, что ли? Гранд был к Войду встань, где квадрат. Да, блядь, дайте вы каску, ёбаный в рот. Ну, вон, смотри. Там вы будете танчить. Раздавайте каски, кто раздает каски? Да назначь просто. Да вон уже есть, сейчас он раздаст. Принёк у тебя долгоног? Нет, где долгоног? Лич, Войд. Я релогуюсь, у меня загрузка экрана. Я готов. Кто релогался? Я релогался, я готов. Лич, Войд, плюсы в чат. Лич, есть Войд, ты тут? Ждем воина. Завтра интересно, что там у нас. Тоже печаль. Я не буду запись собирать завтра. Если кто-то будет, собирайте. Я по-любому завтра на... Вы в рейды не ходите, я не буду. Последний кусок ты опять забрать, сока. Там же походу после Нового года у тебя получится. Кто хочет, пусть собирает. Я приду. Все старый. Да зачем? Вы не ходите, зачем? Мне он лишний раз жена на меня пиздеть не будет, что я играю, сижу, а не с ней сижу. Понимаю, старый, понимаю. Ну вот я и говорю. Народ не хочет ходить, похуй. Так, ладно, все, все готовы. Отчет. Лучший способ подсадить жену, да? Не получается. Шни с пасьянса там.
Дальние шипы, смотрите. Мне не БРить, я упал вниз. А, прокил. Я заебал этот шип нахуй. Ну, я помню, как он багался раньше, и ты по КД на этом шипе на крыше целка оказался. Я тоже к столу упал. Чё-то как-то это. Старый, я быстренько сбегу, телефон возьму. Чё дропнул? Блин, ну да, конечно. Я же тебе сказал. Ты забудь про него. Что там говоришь, ЗС-ки, да, пояс? Да. Лич, ты уверен? Да. Зачем тебе он? Ой, блядь, не на мейн, а на офспек. На офспек получится только за full ГП. Нет, почему? У него ФДК мейн. Какая разница? Ну, большая. Не-не-не, да. Это если у него ФДК, тогда ему... понятно. Если бы у него был БДК мейн, тогда да, тогда по-любому. Тимбыч, у тебя второй спек... А, кота. Чё, не надо даже на лов спек никому? Гена не убивал? У кого ещё есть диск? Можно мне на распыл, если что? Мне это кому? Япончик. А, Санёк, на. Най. Сними бичу за бринт. У игрока слишком много таких предметов. Сниму сейчас это. Можешь сам снять, пока я лут разролю? У тебя много предметов. Нет, я пока ты лут разролю. Кинжал, да? Не буду пробовать. У кого еще дис есть? Пока тут вижу. Бля, пока тут, если оденешь ее, я тебе ГП въебу. Вот, а тебе на офф не получится. Тебе только на мейн. Почему я танк? У тебя потому что БДК. Чё ты... Там Вага уже написал, если у него ДД, то это пуха на мейн по ДД. Если у него танк, то это пуха на офф. Ну, мне на офф... БДК, мейн. Точно по такому же принципу. Нет, ФДК или БДК. Вообще разницы нет. Есть ДД, есть ТД, и всё. Это ДД. Я тоже про это. Карин, там, знаешь, в чём проблема есть одна? Все наши ДКшки, которые по такому же принципу говорили, что они в ДД ее носить не будут, пианист им говорил, что один хрен она может носиться и в танк. Ну, может, поэтому он не давал никому. Именно по этому причине Франсис не отдали осколки. Потому что они ФДК. Да. Смысл одевать бринтроль вместо глоры на танке, если у меня глора... Ну, блин, понимаешь, что такая же ситуация была с Нурглетом. Ему не отдали глору на танка без ГП тогда, хотя он ее бы только на фланке. Ладно, кто забирает бринтроль героический на офспек? Войду на офспек. Да, стариком взял. Ой, войду лич сталкеру. Вот Войд хочет на офспек бринтроль. АДК делаю спек, у меня спек есть.
Лич сталкеру только на мейнспек можно, это ДД пуха. Он ФДК. У него кто? У него ФДК. У него две одноручки на мейнспеке. И чё? Ну, поэтому... Блин, Карин, спроси у Лёши. Ребята, дайте я скажу. Он сам говорил. Это пушка ПВП. Я ее на ПВП спек забрал. Она, честно, говнецо. Ну так, давай ролл кинем сначала. Может быть, там уже это... РЛ дадим слово, а то что-то дохуя пиздежали. Мне похуй, ДД пуха, ДД пуха. Ну так давай разролим ее. Войду она, войду идет она на офспек, а давай войду на офспек, я сниму с тебя ГП. А мне что не... Я не буду больше обсуждать, я все сказал. Сниму только в том случае, когда войду отдашь пуху. Или на распил япончику гения, мне без разницы. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете... Вага, ты здесь? Слышишь нас? Войту отдал. Нет, он походу скалился на офспек, если офспек танк, тогда без ГП. ДД успех. Крайний раз, насколько я помню, когда был такой кипиш, говорили, у тебя ДД спек, ДД спек, получаешь ГП. Вот такой был базар. Не поебать там ПВП, не ПВП. Да, да, был такой базар. Снимай, даже... Войду отдал. Я сейчас сниму. Я даже сам за это страдал. Че, бой ролим, что ли? Я просто не убрали. Ну, отдадите мне потом. Это так, сколько там было? Еще раз. Наведи на пушку, Войд, скажи точно. 1556. Да, 1556. Просто хватит писать и говорить в Дискорд, что слова пианиста. Давай разберемся в ситуации, мне без разницы. Просто последний раз мы страдали из-за этой хуйни. Смотри, тут просто, понимаешь, в чем проблема? Что, к примеру, у нас когда было скиллон тот же, он точно так же. Ему эта пуха шла только на ПВП. У него была ШМ-ка на танке. И пианист сказал, что он может забрать ее только за фул. Только за что? За фул ГП только может забрать, потому нужно, что... Ну, подвиньте, ну, на тебе же, ёбаный в рот. Ну, типа, мне, как бы, тоже не совсем понятно, почему ПВПшная пуха должна уходить за фул ГП. Просто это, как бы, слова ГМа, поэтому я, как бы, и это. Ну, давай. Том, что никто не знает точно, по-моему. Короче, старик, ведёт рейд кто? Да, ну, типа, с точки зрения... Ведешь рейд, ты ведешь, сам решай, как, кому и по барабану. Понятно, Войду отдали на этот, на офспек, все. Плечи кто сролил, отдадите. Так же, например, связано. Я забрал. Любой другой, например, форс-мага, ты хочешь себе ПВП взять, чтобы что ему отдадить, типа нам... Да хрен он два, никто не отдал. Да, 0 ГП, да? Карин, понимаешь, я когда играл... Вот так же вот понимаешь, да? То есть я брал себе объект геровский, просто чтобы его не распылили. Хотя мне он нахрен не нужен был. Что вы мне говорите? Я, если захочу себе какую-то шмотку на БВП, одноручки, например, взять, мне их тоже брать за фул ГП. По-моему, да, ты так же. Нет, я просто понять не могу, ты говоришь, что... Ты просто говоришь, что ему это офспек, значит, ему не... Нет, без ГП. А как бы по логике сама говоришь, что если тебе надо, ты тоже за фугу тоже берешь. Ну типа... Нет, я про лича. А, про лича? Не, про лича понятно, он как бы ФДК, у него там только одна ручка. Он может надеть двух ручек. БДК, ДД... Вам вообще походу заняться временем. Про
просто мне нужна была на PvP эта пушка. Ну все, не дали, все. Ну почему не буду, если у меня пуха с обычки стоит? Такой же блинтроль. У меня спека ДК, анхолик ДК. Ну у меня танк основной, потому что я только танчу. Эта пушка забей в PvP, она не работает, нихуя. Да я в PvP не играю. Вага, заходи на ханта. Тимбыч, спегайся. Ты будешь хило спекаться? Что? Хило, да. Будешь спекаться? Да, да. На анхоле лучше пушки, чем блинтроль. Можно подбежать уже плечи отдать, кто выиграл, да? Удары готовы. Так, рыбу сейчас ставлю. Можно мы поставить почту? Спасибо. Если от урона пухи, то тебе блинтроль либо гра самый лучший, но никак не блинтроль. Да видишь, ДС нету, грань даже собрать. Так, Ваги не будет, давайте без него. А кто третий танк? Тимбыч. Чё? Третий танк, говорю ты. Старый, еще раз, ты прервался. Тимбыч, третий танк. Понял. Так, погнали. Сова, Кладбон, пока тут, Карина. Смотрите на этом. Вихрите. На какой стороне-то быть? Так, Тимбыч, слева. Грампл справа. Вой там, помогаешь им. Потом на боссе встанешь. Тимбыч потом на трэш, и вы вдвоем босса танчите. Лево-право, да, делить еще надо. Давайте тогда. Четвертая группа право. Нет, четвертая группа. Третья группа право. Четвертая лево. Вторая группа Враска Ауди. Фрэнси справа, Проня Вар лево, Никитос справа и Кладбон право. Фрэнсис готов? Фрэнсис тут, да? Фрэнсис, слышал, куда идешь? Фрэнсис. Ага. Ну все, запускает. Старый, могу тебя обрадовать. Следующего босса ты хилить нет. Трэш пошел, ребят. Ампл подвигаясь, мог западался. 5 секунд до контроля. Готовьтесь, друиды. Кто может, тоже контролить. Контрольте.
Шаманы. Так, кладбом подними проню и сиди на боссе, не свичкайся никуда. Мэйк не накатывает. Не БРТ проню, он по тексту упал. Контроль разума сейчас будет, готовьтесь. Контроль разума 5 секунд, готовьтесь. Не убейте своих. Мочите трэш быстрее. Контроль раздали. В зеленку заранее надо прожимать, кто там бегает в ней. Милики, тут два кастующих моба. Хотите помочь? По боссу стопните ДПС, стопните ДПС, добивайте весь трэш, и следующий трэш сейчас выйдет. Вот этот трэш тоже добивайте, потом переводим. Готовьте сразу, этот контроль сейчас будет через 3 секунды. По трэшу бьем. Сливайте резче трэш. Подбон, иди тыкай босса. Все, давайте, переводите. Бойт, смотри, забирай босс. От духов поаккуратнее, по всему залу рассоситесь. Тимбыч на трэше, вон трэш вышел. Контроль через 5 секунд. Духи вблизь в миле побежали к Тим. Молодцы. Кота закатывается. Так, Тимбыч, отдашь БР по Гевке. Карина, отдай, пожалуйста, БР по Япончику. По коту, отдай, пожалуйста, БР по... Кладбон, отдай... Нормальная обстановка. Прямо как раз... Двоих в касту ищу. Чувствую, что это клох один спротует. Отдавайте БР, отдавайте, поднимите Гену, поднимите. Моб по рейду бегает, кто-нибудь. Кстати, насчет запротов, точно. А, ты можешь полу рейду просто сразу начислять. Босса бейте, контрольте, вы отхиливайте, блять, отбегайте от духов. Она заебала. Не поднимайте меня уже. Кого БР остались? Плюс чат. Косты бейте, милики. Ауди, посиди, пожалуйста, на ней. Тимбыч, собирай трэш. На трэш слили. У Женуэна остался БР. У Женуэна есть. Подними Лобор Денчика. Контроллер раздали. Денчика подымешь. Кладбом подымешь. Гену подымешь. Своих не убейте. Клубом у кого поднять? Падаю. Девку. Иннер, залейте по хилам, друиды. Нас мало, разбредитесь по залу, смотрите за духами. Выбежал трэш, пиздушьте трэш. Ауди, сиди, бей косты. Не убейте меня только.
Контроль и друи... Понятно. Сколько у босса? Под боссом моб за 14. Уже будь диспельте. Давай, не сочкуем, бьем. Духи, смотрите, вблизь пошли к боссу, контроль раздайте. Коту дайте контроль. Понятно, баф падайте. Дайте кому-нибудь там что-нибудь, не знаю. Что, не добьем старый? Попробовали. Ну попробуйте. Ну попробуйте, давайте. Давай, давай, давай. Только контролить будете, нет? Сейчас следующий разум, и мы подохнем. Духи в миле зоны. Трэш вышел. Если есть БР у кого-нибудь, отпиши. Своих он рубит. Духи, в РДД зону побежали. Трэш он по всем играет. Да, это пиздец. Я же говорю, то это дичь, падайте.